Hola, buenas noches, good night, доброй ночи, доброго времени суток. Меня зовут Стеф, спасибо, что заходите на этот канал, чтобы посмотреть, что у меня сегодня вообще за чудесный просто ужин будет. Итак, картошка! Обалденная картошечка. Ой, ребят, я не знаю вообще. Вы просите меня снимать про еду, что я кушаю там и так далее. Пожалуйста, наблюдайте. И, конечно же, вот такие вот тефтели, ребята. Это просто божественно. Ну и салат. Обычный вкусный салатик. Стоп, ребята, мне нужно обязательно ответить на вопросы. Под крайним роликом мы собрали довольно-таки неплохие, даже сказал, интересные вопросы, вот, которые я с удовольствием отвечу. Вот. Ну и, естественно, хочу поблагодарить всех на канале 80 тысяч подписчиков. 80 тысяч – это уже хорошо. Итак, вот под видеороликом, почему я живу в Мексике 24. А, нет. Под новым уже, что у меня сырники на обед. Итак, привет, Стеф, можешь рассказать плюсы и минусы жизни в Мексике? Плюсы и минусы жизни в Мексике. Ой, ну знаешь, для каждого плюсы и минусы всегда по-разному. Я стараюсь минусы как-то совсем-совсем не замечать. У меня только одни сплошные плюсы. Я очень люблю Мексику, и мне она очень-очень нравится. А под плюсы и минусы, я думаю, можно будет рассказать в каком-то уже отдельном ролике, потому что, ну, это нужно покопаться, понимаешь? Если минусы, то нужно как-то на негативную сторону переходить, что-то как-то вот это все додумывать. А плюсы просто «Saludos desde México!» Одни сплошные плюсы. Так, привет, Стеф, спасибо, что снимаешь классный контент. Хотелось бы поинтересоваться, много ли сахара употребляешь в питании и употребляешь ли вообще? Ой, сахар, я, в принципе, как бы не против сахара, если хочется что-то с сахаром, там, пирожный, тортик, шоколадочку, там, и так далее, вот, чай, опять же, кофе с сахаром, в общем, я не фанат прям дикого потребления сахара, но я и не против того, чтобы он был, потому что, я не знаю, у меня какого-то ограничения в питании не существует, потому что, когда я подготавливаюсь к каким-то соревнованиям, своим же, опять, соревнованиям, придуманные самим собой, то, естественно, я количество сахара чуть-чуть сокращаю. Вот. Ну, а если я просто кайфую, как говорится, от жизни, то я могу позволить себе абсолютно все. И сахар, и пирожные, и все подряд вообще. Привет, Стеф, хотелось узнать, употребляешь ли ты в рационе сахар? Если едите, то когда, после или до тренировки? Ну, вообще, сахар, естественно, до тренировочки лучше, чтобы зарядиться углеводиками. Вот, а так и после тренировки, в принципе, можно съесть, и как бы нет ничего зазорного в этом, но опять же, все в меру, только мера, не увеличивайте, как бы, не преувеличивайте, я даже так сказал, потому что в любом случае, если ты будешь переедать сахар, то будет лишний вес, т.д. и т.п. Так, вкусные блюда, приятного аппетита, привет, расскажи вкратце, как ты питаешься в течение суток. Ну, я вот показываю, что я кушаю в течение суток, но я уже говорил в предыдущих роликах, что у меня бывают какие-то перекусы еще, бутерброды, например, там, вот я люблю шоколадки на самом деле, вот, и, в принципе, опять же, какой-то там фрукт, яблоки, бананчики, там, ананасики, вот, но в основном у меня, как бы, я стараюсь кушать полноценную, так сказать, пищу, там, первое, второе, ну, и на десертик что-нибудь, вот, и я думаю, что как-нибудь я сниму полностью свою всю, весь дневной рацион, раз люди интересуются. Вот. И я думаю, что это будет как-то актуально. А так вот вкратце отвечаю, что питаюсь, в принципе, вот показываю, стараюсь показывать, по крайней мере. Потому что не всегда есть силы ролики заснимать. Но, опять же, вот вы пишете, я как бы исполняю ваше желание. Приветствую, знаешь ли ты такого блогера по имени Виктор Блуд? И сразу вопрос, если бы он позвал тебя на проверку на Блуд, то пошел бы заранее, спасибо за ответ. Виктор Блуд я знаю, мы друг на друга подписаны в ТикТоке, и мне писал Кирилл Сарычев, спрашивал, где я есть, в России или еще где-то, я сказал, что я в Мексике, вот, и если я вернусь в Россию, то мы обязательно
снимали с ним ролик, и мне Кирилл и Блуд очень-очень нравятся, как видеоблогеры, и мне бы интересно было, конечно, принять участие в их программах, и я думаю, что было бы неплохо, конечно же, хотя бы хоть как-то себя проявить. Они, конечно, ребята очень-очень сильные, мощные, я, конечно же, не обладаю такой звериной силой, но опять же, что-то как-то есть где-то, может быть, что-то и поднял бы. Вот, я думаю, что на этом вопросы заканчиваются, потому что мне нужно уже покушать, я голодный, я потренировался очень-очень хорошо сегодня в Зайчике, покачал бицушечку, она, кстати, становится твердая, как камень, вот, чтобы всех с одного удара, бам! Ну, вы понимаете, о чем речь, ведь я Сайтама in real life. Шутка, конечно. Не, ну вы так считаете сами, что я Сайтама in real life. По крайней мере, я смотрел только одну серию One Punch Man. Вот, а вы, фанаты мои, как-никак, все-таки отождествляете меня с One Punch Man, поэтому Сайтама! Все. Адиос, hasta luego. Bye-bye, goodbye, I wish you good day. Желаю всем прекрасного дня, вечера, ночи, отличного настроения. С вами был Стеф Хэппи. Сюда!